Я охочусь. Заметит, если я сзади подойду? А, Заметит. побежала. Ну ладно, у беги. Нее индикатор на пипке. На пипке? Хорошо. Мы вообще далеко убежали-то? Давай карту посмотрим. Ого! А переместиться можно? Нет? Никак? Вообще никак. А вот здесь можно. Всем легоня Гэха. Угу. О, родня. Да. Пообщаемся? Давай. Радон хаге этом, угадцануни дизана дахлетна. Он не отун хаже. Я серио, он гуахетио, зе. За из ради она гон ради, дарм дану сегу яхта ва дар хатстерис. Вагацануни дине э ва гери варуге. Окнизе, он не отун хаже чата дега. Дим гевиен харата не юн кисмас. Некти джо зеру нахту хаже не раудит сат стасера. Аявас ю снора эра ауэт дене раудит сат стасера не он джун заге. Кунактара гуани дизанат дене гану сесне. Дизанат даяндеге нона сада дауэ нанда не дам дасахта анди. Вот поговорили. Угу. Стоп, еще можно пообщаться. Но на ой не скажу, я раду на гейден. Понятно. Другой раз. А кто там еще? Наверное, старейшина. Да-да-да. Мать там как-то там. Мать рода. Да. Радун хагеду, шканорук стигу яндерес. Загада дериваста дзията захайо сноре де двагену. Двагену ян хараам дзивагада вестун хаджа. Ваше чари гот динахода зезакс. Зодзио сноре, а яко дериандаратне. Нектит каяна ери вага тахидакхе. Она ятта гаери низа дерданю. Некти яттан гаери гега. Изе кок он вадун доса дедери ваксе рагуасе. Ну так смешно говорит. Есть такое. Только еще разочек. Шогу дегу хунгара ауис не ган арадун хагеду. Не хотят. Можно в тоннели пойти, наверное. Или... А, подожди, какие здесь тоннели нафиг? Как мы сюда попали? Понятно, здесь нет тоннеля. А я думал, что все такие вот штуки отмечаются. Ну, такими штуками на карте отмечаются тоннели конкретно. Угу. Оказывается, нет. Так, теперь надо попробовать пробраться сюда. По плану. Но. Сейчас выбежим, наверное, возьмем лошадку. Чем тебе лошадка? Ты так он как конь несешься. Как конь. Ого, сколько дичи. Каждый раз разное. Вообще не вписываюсь. Это был енот? Нет. Лиса? Ну, возможно. Может быть, писец. Главное, чтоб не подкрадывался. Все, лошадка, спасибо. Дальше я сам. Прикольно. Ага. О, здравствуйте. Тихо, 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 тихо. Прячься. Надо их это... Проучить? Да вы шутите. Кусты, кусты.
Мешаются тут ходят. Угу. Пусты настоящие? О. О, дерево с сучками. А что нам это дает? А ты оттуда можешь придушить кого-нибудь. Чуть-чуть заколоть. А, попробовать предлагаешь то, что ты предлагала? Ну да, просто заднего, допустим. Без втыкания в землю. Я понял, я понял. Просто мне интересно, он услышит или нет? Возьми вот эту всю. А. Не достал? Да блин, прицелиться не могу. Все, ушел. Так, ладно, подождем. То есть вот так вот, получается, фокус пропадает. Можно самому целиться, если я правильно понял. Идут, идут. То, что я раньше просил. Но как-то интересно, тоже не очень засекут, тот, нет? Удобно. Здесь нет. Хотя вообще должны бы. О! Подожди, подожди, пусть пройдет. Спины надо его. Вот, вот с этой ветки удобно будет, я думаю. Я пытался с этой ветки в прошлый раз, было неудобно. Почему-то он вот не хочет последнего брать. Ну, не знаю тогда. Сейчас. Видишь, опять первый горит. О. О, второй сразу встал, смотри, как в прошлый раз. Можно подойти и вот так тыкнуть. Ага. Либо тоже так же, этой штукой. Черт, повернулся. Он умер, когда тот повернулся. Вот драпанул. Быстрее! Он не драпанул. А! Думаешь, убежишь? Ну, как обычно. Понятно, долго времени. Много времени уходит на этого. Ну да. На первого. Даже дело не в этом он, то есть звук издает, да, когда помирает, видимо. Возможно, я думаю, он реагирует просто на труп. Mm. И поворачивается. Понятно. Что там, вторых тоже надо прибить? Да как хочешь. О, прям из этой штуки можно кого-нибудь выудить, наверное. А где? Идите сюда. Эй. Во, во, во. Там что-то мелькнуло. Нет? Нет. Это я придумала. Куда пропали-то? А вон идут. Где? Вон они. Ага. Ну-ка, ну-ка. Далеко. Может, здесь? Славный конец! Останови! Как это? Живо! А он повернулся в этот момент. Оп, потренируешься заодно. Оп! Нормально ты его пнул. Хорошо тогда. Прямо об скалу. Обыщите труп. 6 из 10. Так, ну-ка рассказывай, ты кто? Людоед. Людоед? Задание, видимо, будет. Есть тут одно место, где многие хотели бы осесть. Но первым там осел огромный черный медведь-людоед. Убейте его, и люди скажут вам спасибо. А, ну ладно. Медведя? Ладно. Ну, ладно. А как их разыскать? Это вот оно? Это Бостон. То есть самому это как бы дополнительное задание? А там рядышком коробочка. Видел, да?
Где? На карте. Слева от тебя. Слева. А, понятно. Рядышком просто. Угу. Что за коробочка такая? Ну, сокровище какое-то. Заяц, привет. О, как. О, чё там? Боевая дубина с шипами какими-то там, чё-то. Да. А где? А не знаю. Странно. А в томагавках, смотри. Нет? Нет. Так, что взять? Шинбяо пусть будет. А где нам этого медведя-то искать? Мне вот интересно. А что он сказал, куда идти? А он не сказал, куда идти. Он сказал, что здесь, в округе. В Апите. Самец. Ага. Посмотрим на него сверху. Нет? А? Никак? О! И как-то... И как-то да. Ага! Испугался. Смотри, смотри, затаилась. Присела вон она. Не то чтобы затаилась. Спать легла, что ли? Большая. Ага. Ну это вот она, наверное. Лежала. Да. Вот там наверху что-то. А что там наверху с тобой? Перо. Ага. А что это гремит? Барабаны. Не, я понимаю. Вот отсюда, ага. Там твои, может, гремят до сюда хорошо так? Да нет, это, видишь, там красная точка какая-то. А, там, наверное, эти, солдаты барабанят. Точно. Вот они. Ну ладно, пусть барабанят. Ого! Ого! Неожиданно. Живой? Живой. Еще раз будет нападать. Офигеть. Офигеть. Куда он все это складывает? Там такая туша была. А мне вот все-таки с медведем непонятно. Совершенно. Причем на карте я его вроде как не вижу. Идешь такой по лесу, как в Скайриме. Задание по доставке. Ага. Всегда похоже очень. Перово. Клуб авантюристов. Точка обзора. Ну, пошли, наверное, сюда. Даже не знаю. Вот нам метку какую-то поставили. Может быть там? Ну, точки обзора откроешь, видно. Ну-ка, журнал заданий, ну-ка, общество трапперов. Вот, людоед. И что? Фронтир. Та-та-та. Разыщите следы медведя. А его никак отметить не могу, что ли, что? Может быть, вот этот значок как раз это отображает? Цель? Не знаю. Не понимаю. Можно легенду посмотреть. Легенда.
Где тут лапа? Лапу видишь? Вижу, выше была. По среднему этому столбцу. Вот оно, общество охотников. И все. Видеть тут легенда. А как бы нам так быстро добраться? Куда хотим? Ладно, я думаю, я добегу сейчас просто. Ух ты! Что ж такое-то? Еще сзади. Главное сразу на мини-карту смотреть. Вот нам надо в магазин еще все продать. Еще где-то запах, слышишь? Да. Бам-бам-бам. А рыбу здесь ловить можно? Не знаю. Было бы прикольно так. Копьем. Тыщ-тыщ. Или прям с дерева. С помощью шенбяо. Тоже, наверное, прикольно. Опа! Опа! Послали так послали. Ну ладно, я пошел. Обиделся. Ага, вообще без вариантов. Иди открывай. Переместиться бы сюда как-то поближе. Не капризничай. А чего не капризничай-то? Ты мне скажи тогда, что делать. Странная такая. Для начала на берег выйди. Зачем? И вот так предлагаешь вот сюда? Ну, да. Окей. Я так понимаю, лошадь показывать бесполезно вообще. Глядишь, медведя встретишь. Ой, волки. Два. А-а-а. Фига вас три. Тут. Так, на дерево. Все, ушли. Ну, смотри, почти уже полпути прошел. И о, там этот пути. Торговец, да? Да-да-да. Я на него метку и поставил. А! Бегут! Еще два. Подходи, налетай. Так, все. Конор, неровно. Ой. Что ж вы такие дикие? Ну такие дикие. Яма. Хорошо. Только до сих пор непонятно, насколько нам это барахло нужно. Или оно действительно только на продажу идет. Ты нападаешь или трусишь? Нападаю. Это он обманный маневр делал. Вокруг пенька. Где еще один? Яма. Это про волков, да, я думаю? Угу, волки. Погоди, а почему на мини-карте, значок туда, а здесь показывает туда, что, куда, так, еще раз. Не знаю. Все-таки надо на мини-карту ориентироваться. Смотри.
Прикольно. Сейчас бы развели. Легко. Опять? Вон они там. Или кто там, олень? Там олень. Ну и они где-то. Вон они. Резвятся. А, они на этого нападают. Подожди. А что происходит? Это кукла какая-то или что? Не пойму. Ну ты что там? Яма. Хочу АОЕ обдираловку. Яма. Шкуры. Чтобы раз одну кнопочку нажал и все. Сразу. Кто? Ты вообще какой, натуральный или? Нет, не очень. Не очень, да. Там перо. Мы все никуда не дойдем вообще. Называется, дорвались. Ага. Промазал как-то. Так, опять они меня разводят. Уехала? Погоди. Она уехала, что ли? Она ездит. Так вот оно почему. Бродячий торговец. То есть все-таки метка правильная? Так, все, ты теперь уже не пойдешь к нему? Не пойду. Он от меня уезжает. Вот такой. Так-то нам вообще в Бостон надо. Да, ну его нафиг этот Бостон. В лесу прикольнее. Ага. Смотри, он все сверкает, как волки нападают. Где? Нет, это не волки. Ну, я в целом, а не конкретно сейчас. О, сено. Ага. Эпично входим в город. Не спится, что ли? Ну да, не спится. У тебя, кстати, известность. Да-да-да, я небольшая. Вот думаю, может быть, как-то можно снизить ее здесь. Я сейчас хоть более-менее обвыкся с управлением уже нормально. То в первых сериях, конечно, вообще после откровений сразу абсолютно другие кнопки. Ахаха. Так, хорошо. Всем здравствуйте. Закоченел. Что тут еще есть? О, рядом еще башня. Да. Там где-то и перо рядом. И нервные все. Только не говорите мне, что надо лезть куда-то. На дерево. На дерево. Да не, ну. А как? Ага. А, вот, что-то получилось. А дальше? Ну вот на ту ветку попробую. Хотя. Нет. Оп, оп! Вообще скатился. Прикольно. Так. Это вызов.
Не, ну вообще как бы по идее правильно. О, по коре можно лазить. Ну не по всей. Цепляйся. Вот, я вижу. Очень как-то офигеть. Так, а дальше? На ту ветку, что ли? Получается. Залезть. О, где-то рядом уже. Ага. Место нам освободил. О, синхронизировать. Вон он. Я его видела. Ага. А куда прыгать? О, все, устал. Вон он летит. Стена-то есть? Прыгать, наверное, куда-то туда. Битевская музыка теперь закончена. Интересно, правда, куда-то надо было прыгнуть. Ты видела голубь? Вот славный конь. Прямо с неба упал. Это торговец был? Нет. Нет. Это был не торговец. Может быть, там не надо было прыгать, может быть, надо было... Может быть. Слезть. Странно. Ну ладно. Все от нас что-то хотят. Ага. Ух ты. Письма. Спасибо. Да, мне вообще больше заняться просто нечем. Че? Оставлять вам письма. Почему здесь торговцев никаких нет? Фига, ты подальше раскидать не мог? Задача. Караул. А это кто? Тоже доставка. Угу. Да. Ладно, сейчас откроем тогда еще вот эту точку. Там поблизости где-то была. О, короче... А чё я пешком-то? Залазишь, ну, сюда в тележку и пошел чай наливать. Довезу. Ага. Я боюсь, могут привезти куда-нибудь потом, не туда. Все. Не, ну, прикольно же. Я придумала. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Да сейчас, ага, стой. Пум-пум-пум. Деловые. А ну-ка догони. Стой. Мы тебя будем убивать. А ты только представь, как он с тобой там с барабаном будет бежать. Наверное, ржачно. Еще один очень умный. С барабаном. Ну и что? Ну нет, смотрите, все, конечно, красиво тут. Ой. Тут же не глубоко. А лошадь плавать умеет? Нет, не хочет. Представляется. Да еще как. Все? Не, все хорошо. О. Только нам теперь сюда. А, вон там перейти можно. Угу. Никак не хочет. Глубоко. А, все. Все. Извини. Что? Это смотри, что там.
Что это за, за значок? Что нам делать? Это караван. Ограбить надо. Давай. А как? Их же так много. Я не знаю. А я один. Да какой? Сзади начинаем лики. Бам-бам-па. А у тебя клинок одиночный, да? Сохраниться бы. У меня клинок, слушай, да, по-моему. Караваны тамплиеров часто пересекают земли фронтира. Устройте им засаду и ограбьте фургоны. Так бы. О, там навстречу еще идут. Плохо. Прячься. А, там тебя видят. Да они охраняют, что ли? Вообще шикарно развернулись. Может их всех перебить, устроим мясо. Чё все замолчали? Чё случилось? Все ждут, когда ты нападешь. Вот бы сейчас гранатку кинуть туда. Я только начал подбираться. О, они передумали. А, они в килтах. Как бы так. Удобно было бы, если бы у тебя двойные клинки были. Подошел, так тык и все. Ну да. А почему у меня известность 2? Я не знаю, наверное, заметил кто-то. Короче, нападаешь и всех бьешь. О, круто. У меня 2 клинка. Но одновременно двоих нельзя. Все, драка, да? Ну да. Ничего не вижу. Не забывай загораживаться, расстрелять было. Кстати, можно было убежать, они тебя просто потеряли немножко. Оп-оп. Так. О. Подайте. Оп. Ой, напал. Мимо. Я хотел оружие взять. Ты такой забрызганный весь. Как медведь людоед. Подбирается. Ага. Ну кто из вас-то? Ах ты гад! Все? Не, все, там барабан с барабаном остался. Ну и чего ты? А я думал, оружие автоматом выбирается. Не понял. Все. Нападите на караван. Все, теперь грабить можно. Ограбьте фургоны каравана. Это не считается, да? Надо нажать именно. Надо пригнать караваны домой. Ай, там ждет кто-то, на карту смотри. Да, я заметил, как он тут рыскал. Осталось на курок нажать. Опа! Ты если не знаешь, что делать, юбку задирал, он сразу деморализован, уезжать начнет, там ружье бросит. Конечно. Фига, у них топоры. Вот так. Ты что, танцуешь? Добивай! Что, танцуешь? Все. А, так нечестно. Они в трусах.
Чё подглядываешь-то вообще? Вот там! И специально! Я в том плане, что ему пофигу было бы. Опять толпа там пришла. Здравствуйте! Тебе конец! Да уж. Не попал! Мне нравится музыка, так каждый раз эпик начинает. Но. А, гад! Сейчас. Ау, по морде прямо. Аккуратно. Смотри, они контратакуют, нормально тоже. Вполне себе. Офицеры вот эти вот с топорами. Ну да. Я все пытаюсь от него спиной отвернуться. А Коннор постоянно разворачивается. Опять стукнул. Привет, я тут. Отсюда я попаду. Ай! Молодец, попал. Попал, да. На, защиту. Пробил. Заколол. Фу. Так, еще есть желающие? Да. Известность 2 всего, странно. Вот у этих, наверное, должно быть много денег. Ну так, немножко. Сколько ты тут перебил-то? Ой, не знаю вообще. Очень много. У меня камера заклинила. Да как так? О, все. Жесть. Че, всех обыскивать, что ли? Ладно. Я думаю, обыщу. Мало ли что интересного. Ну ладно, не всех, хотя бы через одного. А чё мы в итоге с караваном потырили? А я не знаю, они отвлекли, я даже что-то как-то... У меня была дикая, гениальная мысль угнать караваны к нам домой, оба, и посылать их за товарами. Ага. Ну там, посадить кого-нибудь. А тут пришли господа, солдаты и вот... А может быть это считается за захват? Я не знаю. О! Так... Эй, давай ты теперь работаешь на нас. Давай. Ага. Понял? Ты понял? По-моему, нет. Понял. Поехали. Ладно, пошли. Да, не хотят. Офигеть. Просто.